все чаще стали поступать жалобы на отравление арбузами. По словам врачей, причиной арбузного отравления чаще всего становится неправильное хранение и употребление бахчевых. Разрезанный арбуз, как правило, на несколько часов, а то и на сутки двое оставляют на столе, а этого делать категорически нельзя. Сладкая и влажная мякоть в теплой комнате – это идеальная среда для размножения гнилостных бактерий. По этой же причине медики не советуют покупать половинки арбузов и плоды с вырезанными кусочками или с поврежденной коркой. Туда могут проникнуть сальмонеллы, а они приводят к тяжелому инфекционному отравлению. Разрезанные арбузы и дыни нельзя хранить при температуре выше 10 градусов. Прежде чем нарезать корку, ее нужно тщательно помыть с мылом, причем желательно не один раз. Купил я арбуз в своем ларьке недавно, который хожу достаточно давно. Решил взять себе половинку, как обычно, взял с семьей, но спустя 3-4 часа понял, что становится похуже, очень кружится голова, начинает подташнивать. Спросил у семьи, все ли нормально, сначала даже на арбуз не подумали, но затем я обратился к врачу, они у меня уточнили симптомы, спросили, что я ел. И после того, как они узнали, что я перед этим ел арбуз, они мне сказали, что, в принципе, я не первый, и такие случаи уже давно имеются. То есть это не первый случай у них в практике за даже сегодняшний день. Я купила арбуз в обычном супермаркете. Подумала, что в этом ничего такого не будет, так как сейчас сезон, и они должны быть без химии. Внутри он мне также показался совершенно обычным. Но через несколько часов я поняла, что что-то пошло не так, у меня закружилась голова, и поднялась температура. В интернете я прочитала, что это признаки отравления, и поняла, что, скорее всего, это связано с арбузом, так как ничего в этот день, кроме него, я больше не ела. Когда приехала скорая, мне сказали, что я действительно отравилась, и в этот день, помимо меня, еще несколько человек отравились арбузом. Помимо витающей в воздухе опасности, арбуз действительно содержит в своем составе витамины группы В, аскорбиновую кислоту, железо, магний, углеводы и ликопин – природный антиоксидант, снижающий риск развития атеросклероза и сердечных заболеваний. Арбуз хорошо утоляет чувство голода и жажды, нормализует моторику кишечника за счет содержания пищевых волокон. Благотворно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, мочевыделительную системы и восполняет дефицит микроэлементов. Конечно, есть нежелательные комбинации продуктов питания с арбузами и дынями. При этом они традиционная часть летнего стола. Не смешивайте их с маринованными и квашенными продуктами, крупами и картофелем, молочными, мясными продуктами и алкоголем. Эти плоды – десерт, и лучше всего их есть через 2 часа после еды или в первой половине дня вместо второго завтрака. А чтобы получить максимальную пользу и удовольствие от арбузов, в день рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов бахчевых. Арбуз – отличный источник ценных витаминов, и он обладает многими полезными свойствами. Доказано положительное влияние употребления арбуза на функционирование нервной системы. Арбуз утоляет чувство жажды и голода, нормализует моторику кишечника. В арбузе содержатся витамины группы В, аскорбиновая кислота, железо, магний, растительная клетчатка. Несмотря на очевидную пользу, в слишком больших количествах арбуз есть не стоит. Главный вред от арбуза – это высокое содержание сахара. Ягода имеет достаточно большой гликемический индекс – 76. Это значит, что уровень сахара в крови будет повышаться быстрее, чем при употреблении продуктов с низким гликемическим индексом. Особенно стоит быть внимательными людям, которые страдают диабетом. Ликопин, которым богат арбуз, может нести и негативный эффект для здоровья, если сильно превышать рекомендуемую дозу в 20 мг в день. В зависимости от сорта и регионы выращивания арбуза, такой объем ликопина будет содержаться в 250-800 граммах продукта. Среди побочных эффектов отмечают аллергические реакции, тошноту и низкое кровяное давление. Случаи отравления арбузом не редкость. Опасность ранних арбузов состоит в том, чтобы ускорить созревание, их растят под пленкой. Так достигается нужная температура. Арбуз становится спелым уже через 2 месяца после посадки, к середине лета. Но за столь короткое время сладкие ягоды не успевают избавиться от накопленных нитратов, которые присутствуют в удобрениях, необходимых для роста. И в ранних арбузах концентрация нитратов может превышать безопасную норму в несколько раз. Другая опасность, которую таят в себе уличные арбузы – их способность впитывать вещества из воздуха. Поэтому ни в коем случае нельзя приобретать арбузы у дороги на оживленных трассах.
Обнаженная мякоть впитывает токсины в несколько раз быстрее, поэтому недопустимо покупать разрезанные. Хороший арбуз, сладкий и хрустящий, должен искриться при срезе. При выборе арбуза стоит обратить внимание на несколько признаков. Размер, форма и цвет ягоды, толщина и целостность корки и насколько сухой у арбуза хвостик. Конечно, многое зависит от сорта ягоды. На прилавках можно найти круглые или вытянутые ягоды с косточками и без, а цвет мякоти может варьироваться от привычного розово-красного до светло-желтого. Однако по этим признакам можно вычислить хороший арбуз независимо от его сорта. Принесенный домой арбуз обязательно нужно промыть в проточной воде. После этого необходимо положить арбуз на стол и дать ему самостоятельно высохнуть. Также отравление может наступить от арбуза, который в результате нарушения целостности и длительного или неправильного хранения накопил вредные микроорганизмы. Мякоть арбуза содержит большое количество питательных веществ, в том числе легко усваиваемые сахара, которые являются прекрасной средой для микроорганизмов, вызывающих брожение. Таким образом, всегда нужно быть осторожным и осознавать, насколько опасным может быть на первый взгляд безобидный арбуз. Главное – соблюдать меры предосторожности, тогда эта ягода не станет для вас серьезной проблемой. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз.